Нойс лагерь. Территория расположения подразделений военной школы поваров. 141-й военной школы поваров. Нойс лагерь. 14 января 2022 года. Это окрестности учебного корпуса. Вот он был в кадре. Это новый учебный корпус, как называемый. Новый. Далее. С левой стороны за этим корпусом здание штаба. В эту сторону было здание столовой через площадку. Водоем противопожарного назначения вот тут проглядывается. Подойдем к нему. Вон там ворота, которые, где машина прошла. Машины идут. Там видны ворота. Было КПП хлебзавода и других подразделений. Один ДОС в центре видно, вот красного кирпича. Это здание белого кирпича, тоже ДОС. Но дальше уже красного кирпича, там хлебзавод. А это вот одноэтажное здание. Тут в том числе, кроме других, разные там были объекты, в том числе спортзал. Остального не существует. Вот здесь были другие объекты, которых уже нет. Но они есть у нас на фото, на видео. Вон там ворота. Еще раз туда смотрим, в ту сторону. Здесь были два ДОСа, которых не существует уже. Мы были очевидцами сноса. Вот эта тропиночка. Животные тут натаптывают, ходят. Свиньи, косули. Вот это водоем. Противопожарного назначения. Вон там рында висит. Там. Ну, рында. Можно сказать, в кавычках. Баллон газовый. По нему можно было стучать, когда в случае необходимости. И вот так вы увидели уже здание столовой, которого нет. Уже. Там же сразу за столовой было здание чайной. Там же был небольшой фонтан, бассейн, лебеди были. Много чего там еще было. А это здание казармы школы поваров. Тыльная сторона. Перейдем снова на исходную. Пройдем. Здесь небольшой плац. Здесь же трибуна была с правой стороны. Увидим. Вот это учебный корпус. Мы пойдем в сторону казармы. Вот тут снято уже. Покрытие бетонное. Были плиты. Здесь вот остались основания ограждения. Здесь же, наверное, было какие-то элементы наглядной агитации. Какие-то плакаты, наверное, были, стенды. Учебный корпус. Вот. Пока еще стоит, но это недолго. Мы успеваем, пока есть возможность запечатлять на фото, на видео. Вот как здесь было сделано. Сначала был кирпич уложен. А потом уже залито
залито бетоном. Вот вход сюда. Территория, которую мы сейчас находимся с вами, весь, вся территория Нойс Лагерь, это заповедник. Уже входит в состав заповедника. Конечно, все объекты будут, они уже здесь не нужны. Вот эта трибуна. С той стороны ступеньки на трибуну. Здесь было ограждение, лееры. Были мы здесь не так давно, осенью, последний раз мы были. Ну, не так все видно. Сейчас пока листвы нет, кое-что можно разглядеть. Вот здание штаба, о котором я говорил. Вот оно. Одноэтажное здание. Штаб. Здесь размещался школа военных поваров. Дальше уже столовое здание столовой. Это уже другое подразделение. Там находилось, питалось. Это, по-моему, тут ракетной бригады столовой. Вот тут, на этой стороне. Это тыльная сторона казармы. С этой стороны посмотрим. Штаб размещался в этом здании. Я не упоминаю, что мы уже везде тут были, не один раз. Во внутренних помещениях всех объектов. Покидаем мы площадку перед учебным корпусом. Видно, что тут окопано. Да, упоминал животные. Вот видно, что тут даже тропинка тоже есть. К трибуне подойдем с тыльной стороны и пойдем к столовой. Вот она, эта трибуна. Тыльная сторона. Командование здесь. Заходила, присутствовала. Там были, видимо, построения. Площадка. Вот видно, что здесь было ограждение, перила. Вот мы развернулись. Здание столовой. Тыльная сторона здесь была. Вот дальше метров 30. Вон там водоем, который мы видели. Зелень какая. Магония. Это магония. Вот уже она хочет распускаться. А сегодня 14 января, я уже говорил, времени 11 часов, 11:30. 5 градусов тепла. Может быть 4. Зима. Правда, облачность большая, низкая. Но дождя нет. Но ощущается сырость.
Вон там КПП. Школа поваров. Вон там проглядывается. Видимо, по-моему, здание санчасти сразу справа. Вот здесь пустырь. Здесь было здание столовой. Здесь же были лаборатории. Учебный класс. И сама столовая. А выйдя из столовой, сразу была чайная. Здание чайное. Ну, были дома, которые уже не существуют. Машины проходят направо Ютербот, налево Алтеслагер. Дорога через за забором. Вот здесь было здание чайное. Вот водоем, который я сказал был фонтан. Здесь вот он. Лебеди были здесь. Вот хорошо его видно. Надеюсь, хорошо. Сейчас мы еще фотографии сделаем. Попутно. Чтобы сюда не ворачиваться. Да. Это был мостик металлический. Сейчас, как видите, мало что есть. Но вспомнить можно. И прямо сразу в здание мы входили бы непосредственно в чайную. Через мостик. По мостику пройти. Вот здесь были скамейки. Вот здесь вон видно. Вот. Было место отдыха. Вот с этого ракурса посмотрим. Водоем существует, вода еще есть. Вот здесь курилка, не курил. Многие помнят этот фонтан. Фотографии довольно много участников группы «Алтеслагер». Ну, в общем-то, мы обошли его, этот фонтан. Здание казармы. Вот центр элемент. Это фонтан. Водичка тут фонтанировала. Сейчас мы еще фото сделаем. Да. Там многостаночник. Да, это благодаря, что нету зелени, мы кое-что тут еще видим. Столички такие. Вот тоже тут есть тропинка. Животные тут ходят. Мы потихонечку пройдем вдоль забора. Там я заметил элементы, которые были за досом. Ух ты! Дос тут стоял. Да, вот здесь было здание чайное.
А тут рожедос красного кирпича. Кто не знает, дождь, что такое? Дождь — это дом офицерского состава или дом семей офицерских семей. Что-то вот так. Дождь. Вот здесь он был. Вот это, эти деревья. И тут сразу находился. Забор был. Вот тут я. Вот это мы подошли. Архитектурная тут композиция. Тоже нечто фонтана. Здесь же была баня. Баня или сауна. Прямо за домом сразу. А рядом КПП, хлебзаводы и другие подразделения. Здесь уже ходили автомобили в сторону складов. Ну что это, если не фонтан? Вот. Фонтанчик небольшой. Вот это тут место отдыха. Вот это яма есть, где был дом. Угу. Частично. Вот здесь уже будет КПП. Да, и КПП было. Ворота КПП. Текстов нет никаких. В эту сторону к складам, к заводу, к складам. А направо вот эта территория школы поваров. 141-я школа поваров. Посмотрели, сегодня 14 января 2022 года. Ну и слава. До свидания. Еще не выключается никак.